Один из залов Кенсингтонского дворца на время был преобразован в отдел новостей. Герцогиня Кембриджская пытается справиться со своей новой ролью. Она стала приглашенным редактором в интернет-издании «Хаффингтон Пост». Писать Кейт, а также привлеченные ею специалисты будут про проблемы психического здоровья у детей и подростков. Все материалы разместят в соответствующей колонке. Главный редактор британского отделения «Хаффингтон Пост» говорит, что вклад герцогини просто неоценимый. Мы очень тесно с ней сотрудничали, проводили личные встречи, на которых она очень ясно и увлеченно говорила о вещах, которые на самом деле важны для нее в этом проекте. Это и вмешательство на ранней стадии, и прерывание цикла передачи психических проблем от одного поколения к другому. Кейт давно пытается избавить британское общество от негласного табу на обсуждение психических проблем у детей. Она также ведет в этой сфере активную благотворительную деятельность, оказывая поддержку организациям и медицинским центрам. По ее мнению, родители часто опасаются обращаться к специалистам за помощью в лечении психических проблем у своих детей, поскольку это, по их мнению, наложит клеймо на ребенка и помешает его нормальной жизни в будущем. Она призывает современных родителей отбросить предубеждения и стремиться к открытому обсуждению проблемы.